Ребята, всем огромный привет! Доброй ночи! Ну что? Вы услышали мой грозный голос, потому что я в баскетболе Мулина, и как бы не хочу посмотреть. Ну да, у нас сегодня впервые совместное комментирование матча баскетбольного вида спорта, если так можно выразиться. Я хочу посмотреть, что это Леша за матч. Вообще ни разу не видел эту игру, сейчас для него будет просто сюрприз. Не видел, но я не понимаю. Он ни разу не видел ее в данном виде. Видео вообще ни разу. Ни разу. У нас идет, сейчас расскажу, суперсерия Россия-Австралия. Счет в серии 4-2 впереди России, поэтому если этот матч мы выиграем, суперсерия будет выиграна. Отлично. Так как всего запланировано 8 матчей. Ну что, счет 4-2, смотрим следующий матч. Ну, давайте попробуем. Наверное, начнем с третьей четверти. Да? Потому что, наверное, это очень долго. А между первой и второй, там уже большой Короче, мы начинаем со второй половины матча. Хорошо, посмотрим. Итак, поехали. Так. Итак, смотрим, сейчас нам покажут, какой счет на данный момент. Внимательно. Лишь бы нам увидеть. 24-27, Австралия выигрывает. Ага. И мы что? Пока просираем. Так, это австралийцы. ЦСКА в красно-синем, как всегда, видишь? Трехочковый! Есть! Минус 6! Минус 6 у ЦСКА, надо забрасывать. Кола. Это Нанда Деколо, если ты не в курсе баскетбольных фамилий. Убери его! Кольца! Отлично! Воронцевич, подбор и Деколо! Хряпа! Виктор Хряпа сверху забрасывает. Так. Минус 4 у ЦСКА. Тихо. Да что бани ты его там? Трехочковый. Надо по... Нет, закинул. Минус 7. А что он сделает? Деколо, отдай, посылку. Деколо на фридзона, Деколо, бросай. Пожалуйста. Под кольца, отлично. Ну что, минус 3. Минус 5, Леша, минус 5. Ой-ой-ой, да что ж так? Ёбнему, да что ж так происходит? Так, без мата, здесь с мясом забивает австралиец. Минус 7. Я просто не понимаю, что это. Хряпа. Сейчас за... Ой-ой-ой. Ну, спокойно, что происходит? Отлично, ну хряпа... Забрасывает, минус 5. Сейчас, да, минус 5, сейчас надо хоть раз одну атаку прервать. Я вообще даже, мяч вообще не вижу. О, тут просто залетело со свистом. Блин, я вообще ничего не вижу. Ты мне подальше, я не понимаю. Хряпа трехочковый, ну, есть! Ну что, минус 4, минус 4, это хорошо, приближаемся к австралийцам. Вот сейчас надо не дать забить. Отлично! Фол, Францевич пробивает штрафные, австралийцы. Не надо, мимо. Не надо, отлично, первый мимо. Почему два пробивает? Я не понимаю, почему. Потому два. Что два очка разыгрываются. Мимо кольца вообще, да, вот это супер. Так. И теперь надо приближаться. Деколо теряет мяч, Нанда. Зачем? Как так? Ну, трехочковый будет сейчас фигачить. Блин, сейчас был такой шанс сравнять счет. Нет! Подбор бери! Ну, подбирай! Отлично. Коробков подобрал, отлично. Деколо, давай трехочковый, пожалуйста. Ну что, зацепились? Деколо, что ты встал? Сам пошел. Куда? И забросит. Есть! Минус 2. Приближаемся. Трехочковый. Блин, одновременно с сиреной. Еще и с фолом. Ну что, минус 5. Четвертая четверть начинается. И теперь, надо... Ну, это ужасный матч какой-то. Да, нормально, боремся. Какой хряпа. Красиво. Минус 3, все рядом. Как рядом, сколько осталось? Да еще здесь целая четверть. Телега и вообще нормально все. Трехочковый, мимо. Точняк. Что же делает? Да, ты посмотри, а. Минус 6, Леша. Ну, блин, никак мы не совсем не приблизились. Я не понимаю. Краков забить. Ой-ой-ой. А вот это уже проблемы сейчас будут. Зачем нет? Красиво. Минус 8, это, наверное, уже не отыграть. Фалит, да. Да что фалит? Что фалит? Надо фалить, когда... Фали, говори. Трехочковый хряп. Ну, Витя, забить. Есть. Возвращаемся в игру. Минус 5. Подожди. Теперь надо отбиться просто. Атаку отбить, и все будет. Всегда надо фалить. Блин. Ну, сейчас надо, чтобы промазал он. Блин, не подфартило. Минус 8 снова. А что, не понял, не забрал? Ну, а уже он зашел в кольцо. Уже что, надо выбрасывать оттуда.
Фридзон, ну, Виталий забьет, я знаю, но очков минус 6 это многовато. 5 минут, да. Нужно сейчас обязательно атаку отобраняться. Не дать забить, точняк. Это минус 9. Что они творят, не пойму. Ну что, могу поздравить Австралию с победой. Не сможет. Почему? Ну, 9 очков за 3 минуты не отыграть. Вот пошел. Отлично. Минус 6. Теперь надо фалить. Вот сейчас фалить. Хотя ладно, еще отбиться. Вот, Воронцевич свалил, начинается тактика фола. Я сейчас объясню, почему фалить, потому что я поставил на этот матч карту, которая зрители мешают забивать штрафные. Видишь, что мешали две, сработало. Забивай, Витя, есть! Минус 4, фали, у нас карта стоит, есть! Хорош, до кого сфалил, и сейчас есть шанс. Мимо! Зрители мешают. Итак, у меня стоит карта, зрители мешают. Еще раз, еще помешаю. Ну, одну. Отлично. Сейчас надо забить тройной, и сразу пожалуйста. Же фалить. Ну, деколо. Ну что, это что придумает деколо? Хряп. Витя, забивай и фалим тут же. И фол, нужен фол, минус 3. Отлично, деколо, фалит. Ребята, приближаемся. Нет, мимо. Вот это развязывается. Тебе еще не дать. И подбор. Вот он, шанс, пол в атаке. Давай, 9, я имею тройной. Трехочковый сравниваем счет, Фридзон. Да, 49. Вот это фантастика. Сейчас, не дать забить. Блин, 30. За 3 секунды, блин. Да, ну что, это было весело. Какой весело. Мы почти выиграли. Мы выиграли. Тактика фолов сработала, но за 3 секунды до конца. Нас уничтожил какой-то хер. Ну что, я считаю, это был шикарный матч. Становится счет 4-3.